Мы приехали на ранчо «Ковбой». Нас ожидает конная прогулка трехчасовая. Это комната для инструктажа. Девчонки ходят около енотов. Все на камерах прослеживается. Класс. Вас на камерах смотрел. В нашу машину видно, все видно. ВИЧ-инструктаж, все написано. Как что вставлять. Куда. И вот рюкзаки, наверное, сюда перекладывается все. Они на карабинах, видишь, они как-то каким-то образом крепятся на седло, по всей видимости. Да. С собой, видишь, надо взять воду на 3 часа, если уходим. Если на 5 и более, воду и перекус. Еще, еще. Опущу еще. По-разному. Да. Это выше. Сейчас. Значит, еще опущу на одну. Ну, пока отрегулируешь. Вот так. Ну все. Готовимся на прогулку. Нет, вот здесь. Левую ногу и левую руку. Так. Если что, я подкину. Так, держимся. Вот она, ковбой. Садимся аккуратненько. Аккуратно садимся, не прыгай. Я все. Яна. Ну-ка, давай догоняй своих, брателла. Угу. Потом покушаем, дружище. Что ж ты не наевшийся какой?
кувшинчик. Ну, подожди пылесосить. Да, он что-то вообще... Оголодал пряник вообще. Страховка нужна? Я думаю, да. И не было на нигде. Я здесь положу, ничего страшного. Дальше кто-то не упадет. У меня вопрос. А, медвежий, потому что мы здесь следы медведя были. Медвежий. Можно вот сюда? Вот здесь вот. Да, и вот там кто-нибудь фотает. Вид получается. Ну, у нас на рекламе, кажется. Вот. И вот сюда. Как ощущения, девчонки? Круто. Очень. Потрясающе. Я в восторге. Делать фото. Довольно круто под горку-то.